Чувашии продолжает расти площадь земель, используемых под выращивание сельскохозяйственных культур. В оборот вводятся земли, которые не обрабатывались годами. Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов побывал в Алаторском и Порецком районах, где еще 5 лет назад таких заброшенных земель было немало. За это время в Порецком районе ввели в оборот почти 3500 гектаров земли, в Алаторском – почти 9000. В районы пришли крупные агропредприятия, которые применяют в работе передовые технологии выращивания и современную технику. С помощью такого вот трактора за день можно расчистить 2-4 гектара, заросших лесом. На полях Алаторского района завершается сев рапса. Новую технику для обработки земель аграрии приобретают благодаря поддержке государства, которое возмещает до 40% затрат, отметил Сергей Артамонов.